В историко-культурном центре состоялось четвертое заседание Ленинского районного комитета профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. На повестке дня было подведение итогов работы за 2016 год и постановка задач на год текущий. Перед собравшимися с докладом выступила председатель Ленинского райкома профсоюза Ирина Архангельская. Для нашей организации 2016 год был непростым. Мы пережили реорганизацию, сокращение, увольнение наших членов профсоюза. Московский областной комитет профсоюза «Ленинский райком» на всех этапах своей деятельности верил самому главному – это защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. А признаком успешной работы профсоюзной организации считается только одно – «Тебе идут люди». В своей речи она отметила, что профсоюз работников госучреждений один из наиболее сложных, ведь на профессиональную деятельность оказывают влияние многочисленные государственные и муниципальные реформы. Тем не менее, основополагающим фактором развития организации стал принцип социального партнерства. По этому направлению работы районная профсоюзная организация занимает лидирующую позицию в Московской области. Стоит отметить, что ежеквартально проводится мониторинг заработной платы среди работников бюджетной сферы. При необходимости оказывается материальная поддержка и медицинская помощь. Большинство членов профсоюза прошли в 2016 году диспансеризацию. Присутствовавший на заседании глава Ленинского района Олег Хромов отметил важность работы по популяризации профсоюзных организаций и привлечения молодежи в эти структуры. Лучшим инструментом для этого он видит интернет и присутствие в социальных сетях. С точки зрения власти муниципальной, готовы оказать всю методологическую помощь по присутствию в новом информационном пространстве. В новом, я говорю, потому что наша организация пока что в нем никак не присутствует. Оно не новое для меня, оно не новое для нашего губернатора, оно не новое для нашего президента. Также в ходе заседания выступили представители Московской областной организации профсоюза и ревизионной комиссии Ленинского района, после чего самых активных членов районной организации наградили нагрудными знаками и почетными грамотами.